Сбор подписей в свою поддержку начали кандидаты в президенты страны. Каждому самовыдвиженцу нужно собрать 300 тысяч подписей. Причем на один регион России должно приходиться не более 7,5 тысяч. На это у кандидатов меньше месяца. Старт в Чувашии дали 9 января. В Чебоксарах 5 точек, еще одна в Новочебоксарске. Пункты по сбору подписей в поддержку действующего президента России расположились в крупных торговых центрах. Помогают заполнять документы волонтеры Владимира Путина. Это нужно сделать юридически грамотно, ведь законность подписи еще будут проверять в ЦИКе. Я проявил свою инициативу. Я уважаю Владимира Владимировича Путина как человека, как политика. Мне он очень нравится. И поэтому я решил ему помочь в этом, в сборе подписей, в его поддержку. Никакой агитации на местах нет. Волонтеры лишь разъясняют, как проходит процедура выдвижения, регистрации кандидатов на выборах 18 марта. Прием документов от самовыдвиженцев Центризбирком уже завершил. О своем желании баллотироваться уведомили 46 человек. Реально же подали документы лишь 15. Информация вся открыта, а решение ставить или не ставить подпись всегда остается за человеком. Путин, потому что он сейчас подписывает документы, чтобы у нас была рождаемость, чтобы рождались дети. И в то же время дают пособие для рождения первого ребенка. Он Россию поднял на ноги. Все его боятся, Америка боятся, Китай, все с нами сейчас заодно. Если бы его не было, не знаю, что там дальше было. Многим жителям республики важна стабильность, выверенная социальная политика. А нынешний президент – человек слова и дела. Если бы не его решение, квартиру бы мы точно не купили, потому что мат-капитал очень сильно помог приобрести свое жилье. За это время уже видно, как он действовал, как он работал на своем посту. А других кандидатов уже новые, там никого еще ни разу не видели в действии. Впрочем, не у всех с собой оказался паспорт. Сходить за документом они еще успеют. Пункты будут работать до 30 января. Каждый день без выходных с 12 дня до 8 вечера. Помимо этого, волонтеры планируют организовать поквартирный обход. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов. Республика.